Ну что у нас дальше? Доцент Матвеев. Матвеев, сложнее. Тут придется кое-что выучить. Алло, Серега? Здорово. Здорово. Слушай, я вчера не посмотрел футбол. Как сыграли? Ты не смотрел вчерашний футбол. Запомнил. Вот ты даешь, Латосик, я тебе говорю, нашим руками. Тренер молодой, но немцев-то тактически обыграл. Еще как. А вы видели переход из обороны в атаку? В два паса. Да. А третий гол? Плеймейкер красава. Сквозной пас и все. Тащи, вынимай. Ну и Горбунов, конечно же, на рамке выжил. Я со времен Рената Досаева такого кипера не помню. Вот это кругозор. Учитесь. Давайте вашу зачетку.